Сегодня мы готовим овощное сате пан баклажан. Для него нам понадобится 1 баклажан, 3 небольших перца, 1 морковь, 1 луковица, 1 крупный помидор, соль, смесь перцев и зелень для подачи. Для начала мы возьмем баклажан, очистим его, порежем и выложим ломтики на блюдо, посыпем их солью и отставим в сторону. Это нужно для того, чтобы от баклажана ушла в горечь. Постоять он должен около 30 минут. Тем временем нарежем мелко морковь, также нарежем лук. Затем возьмем сковородку, разогреем и выложим морковь и лук без масла. Нальем чуть-чуть воды, тушим до мягкости. Пока морковь и лук тушатся, можно порезать перец и натереть на терке помидор. Вот такой он должен получиться. Морковь и лук немножко потушились. Необходимо промыть баклажаны холодной водой, отжать их от лишней влаги и нарезать помельче. Затем все овощи сложим в сковородку. Зальем протертыми помидорами. И нальем горячей воды около 2 стаканов. Добавим соль, а также смесь перца. Тщательно все перемешаем и накроем крышкой. Поставим на небольшой огонь на 20-30 минут. Перед подачей посыпем зеленью. Приятного аппетита!